весне готовы. На территории муниципального предприятия «Водоканал-сервис» прошел смотр техники. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и распоряжению главы городского округа коммунальные и аварийные службы продемонстрировали готовность к наступающему сезону паводков и пожароопасного периода. Подробнее смотрите далее. Два десятка машин спецтехники и все необходимое оборудование готово к проверке. Свое оснащение демонстрируют аварийно-спасательные и коммунальные службы. Смотр проводит заместитель главы администрации городского округа Серпухов Андрей Севрюгин и начальник 29-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС по Московской области Эдуард Соломатин. Сейчас паводкоопасный период наступил, поэтому главный акцент будет сделан на готовность аварийно-диспетчерских служб, спасательных служб к проведению спасение на воде, в случае подтопления наших территорий. То есть все организации должны иметь водооткачивающую технику. Как показывает наша сегодняшняя весна, мы плавно, а может и сразу же переходим к пожароопасному периоду. Световые приборы, генераторы, плавательные средства – все должно быть в наличии. Погода этой зимой была непредсказуемой. Весна тоже готовит свои сюрпризы. К паводковому сезону все службы готовятся сообща. По поручению главы муниципалитета в прошлом году было закуплено дополнительное оборудование для спасателей. Мы отмечаем, что очень большие затраты в приобретении нового оборудования. В частности, применение световых башен, которые позволяют работать в ночное время, и давать достаточную освещенность для того, чтобы ликвидировать и чрезвычайные ситуации, и ликвидацию каких-то аварий. Оснащенность служб на высоком уровне. Готовность к паводковому сезону члены комиссии оценили положительно.